Всем привет, с вами Роман Стелс, это очередной эпизод прохождения игры Transformers Fall of Cybertron, или, говоря по-русски, Transformers Падение Кибертрона на PlayStation 3. Прохожу игру, играем за Оптимуса Прайма. Это у нас глава, наверное, вторая. Наши там вообще рвут по полной программе. Я думаю, надо им срочно помочь. Что это? Скажет, не надо нам пока Скарлетт Бластер или Скейтер Бластер или как это. Старскрим. Это Старскрим. Я обожаю Старскрим. Реально, мой любимый десептикон. Мегатрон очень крутой. Вот Старскрим, вот прям вот. Но Старскрим мне больше нравится. Такой он ублюдок. Чё, кто? Оптимус, это амбуш. Не ожидайте никакой мерси, Автобот. Я не предлагал ни аим. Ух ты, как мне заряжают, то здорово здесь. Больно! Между прочим-то. Где он? Это какой-то шотган. Ну, в общем, было не так сложно, но бог с ним. Неприятный был бой. Что-то нас из этих шотганов покромсали чуть-чуть. Надо мне поудерение в себе, блин, как я вот словно играю. Во! А вот где мне эту штуку найти? Надо найти обязательно. Там лежала какая-то пушка, очень серьезная. Ой, я хочу попробовать ей завладеть. Возможно, здесь где-нибудь будет. Вставлялка это. Не запомнил я, к сожалению, как это называется. Ну ладно, если нет или нет. Тогда пойдем. Может, конечно, если получше поискать, то найдем где-нибудь, но... Куда у вас? Итак. Наши тут раненые лежат. Леталочка. И закрыт все равно. Хотя, стоп. Вот здесь был Старскрим. Он ушел сюда. Так, ну-ка. А если так? Мы даже попали в какие-то. Муж, квадрат. Mark inspection log 1313. My final entry in this record. As anyone who has listened to these updates can attest, my assessment of this so-called Ark has been far from optimistic. Though assembled by a perfectly competent team of engineers in the most efficient manner, it seems impossible to imagine such a humble craft would be capable of carrying the entirety of the Autobots' hopes and dreams as its cargo. Вон тут аж залежи патронов. General Ammunition. Ну ладно. Мы что-то взяли очень хорошее, я в этом уверен. Думаю. Да, у нас пришло время идти обратно. Ну что ж, ну ничего страшного. Прошлись нормально, взяли какую-то General Ammunition, что весьма, наверное, хорошо.
И идем далее. No. Optimus, what's going on? I couldn't save them. Remember the Ark. If we don't protect it, there's no future for any of us. Of course, Perceptor. You're right. I'm heading to the neutron gun now. Ах, опять мы огребли. Ну, точнее, наши. И мы не смогли их спасти. Жаль. Дурич, ты меня напугал. Perceptor, I can see the Ark just ahead. Thank the Matrix, it's still standing. Be careful approaching the neutron gun controls, Optimus. Decepticon troops have overrun the area. Улетим отсюда. Roger that. Потому что нас still have control over the city's artillery. A strike should help clear the way. Archer, online. Teletrans door online. Так, у нас есть 5000, мы идем за следующими перками. Armor Supercharger. Так, больше... Ага, это если ты в режиме машинки, то, в общем-то, повреждений по тебе меньше будет. Вот это, Roadkill, тоже какая-то хорошая штука. Так, а этой... Мне бы что-нибудь посерьезней. О, вот это прям классная вещь. Я хочу вот это быстрое движение. Прям то, что мне нужно. $15,000 стоит этот чипшот. И повышает пол. Вот это 20 штук стоит. Хочу. Но у меня столько нету. Ладно, пока промо брать нечего. Хотя, может, пушки новые есть. Проверим. Ну, я быстро. Надо, конечно, дальше играть, но это побыренько. Нового ничего. Вот этот термо-рокет кэнон вообще не дело. Я беру вот этот вот. X-18 скрэпмейкер. Его можно проапгрейдить. Тут можно апгрейдить пушки. Какой же я дурак. Так, я беру вот эту Optimus Prime-овскую хреновину. Я хочу ее проапгрейдить. Что я могу проапгрейдить? Хочу мощь. Это скорость. Перезарядка. Так, это... А, нет, это повреждение, да? Completely eliminated weapon recoil. Он непонятно. Непонятно, неясно, непонятно, непонятно. Ладно, прокачаем вот эту штуку. И вот эту. А вот эту не можем. Все, прокачали. А гамблер, в общем, тоже что-то крутое. Так, у нас здесь проапгрейдено. Все, берем эту пушку. Закрываем. И валим, наконец, убивать десептиконов. Приближение у нее хромает, но бог с ним. Мегатрон, мы установили периметр вокруг нейтрон-гун контролей. Defended at all costs! Yes, Lord Megatron, but without those defenses, the Autobots will be powerless to stop us from taking the Ark and its supply of energon. Yes, but I want the Ark. No excuses. Yes, Lord Megatron. Сколько надо их всех расхерачить? Где Альтерриэйт Страйк? Еще прокрасться незаметно. Мазай, началось. Destroy him! Я тут в кубике, в западне, в такой. Опа, да мне конец. Да ну нафиг.
мне точно казал. Зарядочка быстренько, быстренько. Плохо дело, совсем плохо. Rocket incoming. We must hurry to the neutron gun controls. I'm on it, Perceptor. Optimus, how about calling in an artillery strike? Валерий, нифига он по мне прописал. Я понимаю, что нужен артиллерий страйк, но... Тут такое дело, что меня зажали нахер. Я помру. У меня ни патронов, ничего. 9 выстрелов осталось. Ну куда это годится? Успеем, не успеем. Давай, 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 активируем. Ай, что это я взял? Я взял не то, что... Не то, что нужно было. Ни жизни, ни хрена. У нас есть вот такая вот еще хреновина. Какой-то это лазер, походу. Мне жопа, я умер. Какой артиллерий страйк? Тут меня зажали! Мне понравилось это. О господи, 5 хп, это что это? Это ни о чем. Я не понял, ребят, что происходит. Restart from last checkpoint и посмотрим, что к чему. Блин, их там дохренище, я один не справлюсь. Либо там надо бегать убивать всех, либо их всех просто убьем. Ладно, останусь я с этой пушкой. Эту я точно поменяю, ну нафиг. Мне понравился этот долбанный пулемет Гатлинга. Вот этот. Он клёвый. И всё. На этом хватит. Megatron, we have established a perimeter around the neutron gun controls. Defend it at all costs. Yes, Lord Megatron, but without those defenses, the Autobots will be powerless to stop us from taking the Ark and its supply of energon. Yes, but I want the Ark. No excuses. Yes. What was that noise? Вот так вот надо было сделать. Impressive, Optimus. Save the praise. Ой-ой-ой-ой, они вон там пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давайте без этого. The Autobots will triumph. Я так понимаю, зашевелись же. И насрать голову ты стреляешь, или только по штурмову стреляешь. Ё-моё! Ах ты какой хитрый парень. Чуть я раньше тупанул, не захреначил. Долго не наступать-то вообще?
Пойдем вниз. Да как тут, если мы еле двигаемся? Их всех тут действительно не перебить, походу. Да ну нахер, это я не понимаю, что от меня хотят. Кинул я им эту палку, ну, в смысле, удар. Блин, опять по новой все в магазине, по-моему, это бред какой-то. Я это не хочу, я хочу вот это. Спасибо. И здесь я хочу свою фотонную пушку. Хочу ее проапгрейдить. Вот это хочу. А, денег нету. Ну, блин, лох. Megatron, we have established a perimeter around the neutron gun controls. Defend it at all costs! What was that noise? Все, мы их быстро начали. Дальше что делать? Impressive, Optimus. Impressive, окей. Okay. Дальше что? Дальше меня атакуют по полной программе. Вон ракетник. Привет. Unfortunate, but necessary. Мне кажется, это отлично бегать. Хер перебьешь. Ну ладно, попробуем. Здесь сверху запрем сейчас. Патронов что-то совсем прям. Проблемы! Вот они кончатся у меня, и что мне делать? Они сейчас еще потом прибегут. Я должен поспешить к Gun Control. Вот к этим, правильно? You chose the wrong side. Ну точно кончится патроны, и при этом наступит жопа. Что ж так люди живучие, ничего не умирают, блин. Умерли. Все ли умерли? Нет, не все. Оттуда еще стреляют. Да, это походу до бесконечности можно отстреливаться. Теперь я тоже должен прорыв сделать. Патронов нет, все, жопа. У нас есть такая штука. А как я тут патроны восполнить? Ладно, пойдем. О, они совсем рядом прям.
Decepticons in the upper walkways. Вот как я должен этого выстоять, от этого выстоять, и меня жизни сливают секунды, ёб твою медь, да ну нахер, бред какой-то, то туда надо, то не надо, там что-то тебе в ухо еще говорит этот хер, не пойми, что тебе что требует, опять все по новой выбирать себе. Можно хотя бы действительно вот без этого обойтись, чтобы не постоянно не трогать этот магазин, бедный. Мегатрон. Так, ладно, попробуем сразу. А ну нахер. What was that noise? Бах, бабах, все вымерли. Чего? Save the praise for when we get out of this. Давай в машинку и на полной скорости. Optimus, a Decepticon dropship is inbound. Optimus, я умер, это тест был, это был тест. Жопец какой-то. Да ну неужели я буду сейчас это все эти попытки сраные все испытывать? Да ну нафиг, Optimus, это уже не смешно. А нет, я чекпоинт какой-то нашел. Да ладно. Старания, скажем так, не прошли даром. Блин, опять они. Перезарядка долгая, надо апгрейдиться. Они от меня хотят-то все. Как я от этого устал, что мое. Вот он ты, собака. Где ее взять? Где она есть? Я боюсь, надо посмотреть, как пробить. Optimus, Ironhide and his team are losing ground at the Ark. I'm almost to the Neutron Gun Controls Preceptor. Just a few Decepticons in the way. Охренеть! Что это было? Да я просто в шоке. Ни хера непонятно вообще. Просто. Пришел, умер. Optimus, a Decepticon dropship is inbound. Артиллерий онлайн, окей. Раз такое дело. Это так. Правильно или нет? Правильно. Я молодец. Теперь отстреливаемся типа. I believe the scientific term for that is pulverize. Ну ты ё-моё, повернись ты жопой своей. Пиздец, что это происходит? Какого хера творится? С трех выстрелов все, Оптимус, нахер сливается. Это ненормально. Все, взорвал я это дерьмо. Дальше что делать? Говорите, пока я тут спрятался ото всех.
term for that is pulverized. А дальше. Укажите мне путь, дураку. Это что, взорвать надо? Не похоже. О, они вон бегут прям сюда. Я их видел. Ну может, блин, ты будешь стрелять, Оптимус? Чё? Пизду эту пушку. Хотя, чё, как я сейчас изменю? Уже никак. Эти два прибегают, они меня вдвоем расчехляют, а мне пушка хер попадает в них. Оптимус, это не смешно. Я взял, да, откуда власть. Окей, здесь все взорвалось, это я понял. Клево, замечательно, отлично. Во, вот этот вот. Вот этот сейчас мне вплотную захерачит. Не, смотрите, пушка меня спасла. Слава богам. Я не вижу ничего. Вроде все купились. Ой. Ну наконец-то что ли? Блин, да вроде не сложно. Все же от головы. Все же от головы. Если тупой. Значит, он так вот каждый раз будет переигрывать. Я виноват. Виноват геймер. Геймер всегда виноват. Не игра. Targeting systems won't respond, Optimus. You'll have to fire it manually. I'm uploading coordinates to an access panel now. Да, в общем, тут все теперь ясно. Вся механика игры. Выбираешь свои две основные пушки, мощные. Их апгрейдишь по полной. И все. И ими всю игру и стреляешь. Потому что в других случаях, если будешь пользоваться разными, тебе жопа. Optimus, this is Ironhide. My team and I are pinned out at the Ark's fueling station. Patience, Ironhide. These systems have been offline for thousands of... We don't need the details. Just tell us how to fix it. Ironhide's right, Receptor. We don't have much time. Yes, yes, keep moving, Optimus. You should see the manual controls shortly. Так, нам налево, значит, пойдем направо. Стандартная схема. Игры в подобные игры. Потому что, значит, направо что-то лежит. Так, молния. Тихо. Побежали. И вот мы здесь.
Фух. Ну я вам хочу сказать, офигенная игра. Честно, вот даже несмотря на все то, как я в ней вложаю, игрушка клевая. Мне нравится вот эта вот, вот вся война. Реально чувствуешь себя в условиях войны. Я буду бить нахрен на каждом шагу два каких-нибудь обычных. Ух ты, нифига себе. Два каких-нибудь обычных десептикона расщепляют Оптимуса Прайма вдвоем. Шотганов вплотную, в общем, как ни хрен делать. Ну что, что, стреляем? Так, одного достаточно, да? Выстрела. Вот это сапом. Бам! О, вижу. Главное не прогадать. Где танки? Не вижу никаких танков. О, вижу. Еще разочек. Давай, заряжайся. Есть. Осталось три. Давай. Есть. Два осталось. Два, где второй? Вот вижу еще один какой-то. Не пойми что. Один последний, где он? Так, сына, на всякий случай. Где? Я не вижу. Последний. Во, нашел. Ну-ка. На. Попадаем. Колонну какую-то бьем. И мимо. Давай, последний. Ну, что такое? Ну, наконец. Something's wrong. The neutron gun isn't working. It isn't what? Все, не работает. Пак! Пушка сломалась. You're out of energy, Optimus. Then we need to find more, Perceptor. I'm heading back to you. Что такое опять? Optimus, my readings just spiked. What happened? The door shut on its own. Ё-моё, что тут творится? Ладно. New Objective. И думаю то, что оставим на следующий эпизод. С вами был Роман Стал. Спасибо за просмотр. Извините меня за то, что я такой хреновый игрок в трансформеры. Но я надеюсь, то, что у меня скилл как-нибудь подразовьется в процессе игры. И в конечном итоге все будет не так плохо. Ладно, я постараюсь. С вами был Роман Стал, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде.